Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис, и я сегодня хотел бы рассказать топ трех проектов, в которых я участвую и которые пережили свое кто-то семилетие, кто-то девятилетие, кто-то шестилетие. Вот эти проекты, которые удостаиваются золотой медали, наверное, именно в заработке в интернете. Итак, начнем с первого проекта, который мне дал мне мою семью. Я там познакомился со своей будущей женой. У меня теперь ребенок есть еще вдобавок. Проект «Всем миром» работает с 2011 года, с 11 ноября 2011 года. Рекомендую, все работает. Да, вход платный, да, вход $100, и вход еще совсем недавно, год назад, появился вход в марафон $35. То есть, но тем не менее, в этом году проекту «Всем миром» исполнилось 8 лет. Второй проект, которым я слышал, но не участвовал, почему-то думал, что «Лохотрон пирамида», но тем не менее проект работает с 2013 года. С 2013 года проект работает, и проект приносит прибыль своим участникам, которые здесь участвуют. Кстати, если вы зарегистрируетесь по ссылке, которая будет под этим видео, вы получите $30. Каждому новичку, кто не был зарегистрирован, данный сайт дарит $30. $10 на первый депозит и $20 за внесенные $20 от вас. То есть, внося всего $20, вы на счету у себя имеете $50 и начинаете строить свой пассивный доход. И третий сайт, который удостаивается, наверное, бриллиантовой какой-то медали, это сайт Workl, работает с 2010 года. Это официальный работодатель в интернете. То есть здесь вы можете выбрать себе абсолютно любую профессию, оказывать услуги в сфере туризма, банковского дела, страхования, услугах связи и в прямых продажах. Например, если вы знаете, что ваши знакомые нуждаются в работе, вы можете смело предлагать этот сайт, с учетом того, что здесь все официально, платятся налоги с вашей прибыли, платят налоги сайт, и здесь вы можете абсолютно бесплатно зарегистрироваться и уже начинать зарабатывать деньги. Все ссылки на эти сайты вы найдете под этим видео. Лично от себя я рекомендую использовать все эти три сайта и зарабатывать в интернете. Либо бегать по предстартам, которые стартуют каждый день в интернете, и терять свои деньги. Ну, выбор за вами. Либо вы зарабатываете, либо вы теряете свои деньги. На этом я заканчиваю. Всем привет!